Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, Стрелков, в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение, что ополченцы Донбасса российского происхождения уже находятся в Сирии, передает источник в СМИ. «Я должен подтвердить то, что лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории Донецка и Луганска, в каком-то количестве оказались на территории Сирии. Это действительно так. Но говорить о том, что это добровольцы, я бы, наверное, постерегся. Наверное, потому, что из Донецка и Луганска частично отправили в Сирию частные военные компании, которые были там сформированы. То есть, грубо говоря, наемники», — сказал Гиркин. Он уверен, что в данный момент война в Сирии является отвлечением от ситуации на Донбассе. При этом Гиркин отметил, что он бы не ехал в Сирию, так как ему это не интересно. Ранее глава комитета российского парламента по обороне адмирал Владимир Комоедов сделал заявление о том, что с целью поддержать режим диктатора Башара Асада, вероятно, будет сформирована и направлена в район боевых действий добровольческая бригада из числа боевиков, воевавших на Донбассе, что влечет туда добровольцев, кроме идеи. Конечно, наверняка деньги, отметил Комоедов. Как пишут некоторые СМИ России, зарплата ополченцев Донбасса в Сирии может достигать около $50 в сутки.